Друзья, всем привет! Продолжаем серию видео «Готовим с форелью». И сегодня у нас потрясающая мурманская форель, килограмма примерно на 3,5, свежаку. Можно понять это и по жабрам, и по внутренности. Готовим так, как все это готовят дома, без всех этих там чистых кухонь, еще что-то. У меня тут вот лежит какой-то мандарин, он не будет участвовать в готовке, кабачок тоже не будет. Винишко будет участвовать в готовке. Посмотрим, что получится. Так, ну что, путем некоторых манипуляций разделали форель, то есть пойдет часть на уху, это башка, убрал сразу жабры, это хвост. Хребет, тут еще можно срезать мяско в виде сашими. Ребра с брюшком, с одним брюшком. Филейная часть, ее мы засолим. А это раздел, специально брюшко не стал убирать. Нравится мне, как оно дает вкус при запекании. Это мы сейчас маленько посыпем солью. Посыпем маленько приправкой. Так. Вот так вот накрем. Сейчас споласкиваем руки и отправляем в духовку на максимум. У меня 280 она выдает, на 280 градусов, и по времени минут 15 вот такая вот филеха будет готова. Ну а я пока продолжу разбираться с остальной рыбой. Так, ну что, филейный кусок буду солить. Показываю, меня часто реально спрашивают, как вы солите, сколько, что. Я по весу не знаю. Беру банку, это сахар. Вот таким вот слоем примерно. Посыпаю кусок филе. Далее, вот приправа, я взял креветка, апельсин. Мне нравится привкус цедры, который дает она. Солки. Вот столько вот посыпаю приправы. Крупная соль. Я использую крупную, потому что, на мой взгляд, она как-то равномернее отдает именно соленой с рыбе. Вот, и посыпаю, ну, примерно вот таким слоем. Примерно. Далее все вот это вот оставляю на ночь в холодильнике, к утру можно есть. Если любите чуть посолонее, оставьте, ну, еще подольше, там, на сутки, например. Перед употреблением соль нужно будет стряхнуть обязательно. И сок, который там рыба выделила, вот этот вот соленый, он обязательно будет. Его, ну, я обычно сливаю. Ну, пока запекается рыбка, немного обжариваю грибочки. Сегодня вешенка попалась в магазине. Выглядит очень аппетитно. В этот момент нарезаем салатик. Тоже в крышке. Лучше всего, на мой взгляд, идет греческий. Так что потихоньку готовим. Так, ну что, закончили мы. Вернее, не закончили, запекли. Рыбку можете посмотреть, вот она только из печки бурлит, очень много жира, сейчас мы это все достанем. Приготовлен уже салатик, ну а далее уже за столом покажу, что получилось у нас. Ну что, наш легкий ужин готов, легкий и быстрый. Мурманская форель, запеченная в духовочке, греческий салатик, вешенки в сливочном соусе, пита и бокал красного вина. Хорошего вечера!